Меня зовут Анастасия, и вы на канале «Техника бальных танцев», где мы с вами говорим о базовых фигурах в спортивно-бальных танцах. В латиноамериканской программе все фигуры будут браться из четырех источников. Это учебник Вултера Лайерда, учебник Имперского общества, учебник WDCF и сборник WDCF Syllabus. По учебнику WDCF партнер начинает лицом к стене с подготовительного шага быстро. Дальше он танцует латинский кросс назад, носок и шаг в сторону, подушка, плоско. И отсюда шоссе вправо, подушка, 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 плоско. Степени поворота у него будут следующие. На подготовительном шаге он поворачивается на 1/8 вправо и оказывается лицом диагонально в стене против линии танца. Дальше на следующих двух шагах он поворачивается на 3/4 вправо. Раз, два. Заканчивает лицом диагонально в стене по линии танца. И на шоссе доворачивается на 1/8 вправо. 3 и 4. И заканчивает лицом к стене. У партнерша партия будет следующая. Начинает она также с подготовительного шага. Она танцует вперед мимо ног партнера. Дальше она танцует поворотный шаг вперед. Еще один шаг вперед. И шоссе в левую сторону. 3 и 4. Работа стоп у нее будет следующая. Здесь подушка плоско, подушка плоско, подушка плоско, подушка, подушка, подушка плоско. И степени поворота у партнерши следующие. Подготовительный шаг на 1/8 вправо. Дальше за свои 5 шагов партнерша должна совершить поворот на 7/8 вправо. Раз, два, три и четыре. И закончить спиной к стене. В варианте Вултера Лайерда у нас уже будет меньшая степень поворота и не будет подготовительного шага в описании фигуры. Здесь партнер будет танцевать также латинский кросс назад, раз, носок и шаг в сторону, подушка плоско, два, с поворотом на 1/2 вправо. И дальше без вращения, подушка, подушка, подушка плоско, мы будем исполнять шоссе в правую сторону. И, соответственно, у партнерша партия будет следующая. Она танцует поворотные шаги вперед, подушка плоско, подушка плоско, на 1/2 вправо и шоссе влево, подушка, подушка, подушка плоско. И в учебнике Имперского общества у нас также будут другие степени поворота. Там эту фигуру мы будем заканчивать в позицию фоловей. Партнер на первом шаге танцует на 1/4 вправо. Раз. Латинский кросс назад. Дальше еще на 1/4 вправо. Два. Шаг. И на 1/8 вправо шоссе. 3 и 4. У партнерши степени поворота будут следующие. Она танцует первый шаг на 1/4 вправо, раз, еще на 1/4 вправо, два, и дальше на 3/8 вправо, 3 и 4. В стандартном варианте исполнения партнер в этой фигуре исполняет 5/8 поворота, а партнерша 7/8. Но в имперском обществе сказано, что мы можем совершить большую степень поворота, тогда партнер исполнит 1 целый поворот и 1/8, а партнерша 1 целый поворот и 3/8. По учебнику Вултера Лайерда, чтобы станцевать двойной кросс-хлыст, мы просто повторяем шаги 1-2 обычного хлыста. То есть партнер будет поворачиваться на 1 полный оборот. Раз, два, 3, 4 и танцевать шоссе в правую сторону. 3 и 4. У партнерши, соответственно, будет 4 шага вперед и полный оборот. Раз, два.
два, три, четыре. И шоссе с левой ноги. Три и четыре.